советского и российского эстрадного певца Иосифа Кобзона, не стало 30 августа этого года. Известно, что знаменитость успел трижды побывать в законном браке. Первой его избранницей стала певица Вероника Круглова, но они прожили вместе всего 2 года. Второй супругой артиста была несравненная актриса Людмила Гурченко, но и с ней у Иосифа Давыдовича не получилось построить крепкую семью, и они развелись в 1970 году. Год спустя Кобзон женился в третий раз на Нелли Дрезининой, и их союз растянулся почти на 50 лет. Нелли подарила мужу 2 детей, сына Андрея и дочь Наталью. Вдова легендарного певца недавно решилась на откровенное интервью на передаче «Честное слово» с Юрием Николаевым. Она призналась, что жизнь со звездой эстрады была нелегкой, что между ней и покойным Иосифом Кобзоном часто происходили ссоры, так как артист был вспыльчивым человеком. Вдова считает, что семью нельзя считать нормальной, если в ней нет скандалов. Однако Нелли заверила, что певец ни разу не поднял на нее руку. Жена исполнителя отметила, что Иосифу Давыдовичу действительно не раз приписывали рукоприкладство. Она не стала опровергать эти слухи, иронично предположив, что, возможно, певец сильнее любил предыдущих спутниц, поэтому и бил их. Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки. Пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!